цепь на размыкание. Что дальше? Вентилятор? Да, а потом последний. Только быстрее. Так, теперь красный. Есть! Здорово! Ух ты! Ага. А теперь давай выводить людей. Мне не помешает помощь паучка. Ты готов? Точно! Я расчищу путь! Постарайся не шуметь. Хорошо! Бэймен, Анчуэн! Пора, баиньки! Надо осторожнее, а то заложникам не поздоровится. Так, Инжай, пора идти. Все следуйте за мной! Бегу, Мэнджи, да. А сейчас, чуть-чуть, а? МДЖ, вы выбрались? Да, мы все в порядке. Отлично. Эй, Питер. Да? Как закончишь, надо поговорить. Ага, надо. Но сперва найди Ли и надери ему задницу. Мне жаль любого, кто перейдет дорогу, МДЖ. Интересно, что она сейчас думает обо мне? МДЖ, вы выбрались? Да, мы все в порядке. Отлично. Эй, Питер. Да? Как закончишь, надо поговорить. Ага, надо. Но сперва найди Ли и надери ему задницу. Мне жаль любого, кто... А теперь интересные факты. Вы знали, что у центрального вокзала самый большой подвал в Нью-Йорке? Мы需要支援!
получилось, да? Туда вошла бы половина Бруклинского моста. Да, согласен. Сейчас таких уже не делают. Вот это настоящий Нью-Йорк старой школы. Короче, я могу байки травить весь день, но мне нужно не дать вашему придурочному боссу разрушить город. Пора закругляться. Ли планирует уехать на поезде. Нужно ему помешать. Форма открыта. Наверняка Ли где-то там. Уходит! Наконец! Извините, опоздал. Фишка у меня такая. Мартин, зачем вы так? Отдаю старый долг. Пока лучше не приближаться. Закончить дело. Кажется, он начинает уставать. Паук раздавлен. Лучше не приближаться. Пора уже закончить дело. Кажется, он начинает уставать. Пока он не пришел в себя. Подожду нужного момента. Он ранен. Вы больны. Я могу помочь вам.
хочу делать больно! Мне нельзя сделать больно! Больше нельзя! Тормоза? Нет, и ладно. Ну, вышло же в тот раз. Юрий, угол 42 и 1 еще перекрыт? Да, улица закрыта еще на месяц. А что? Следующая станция – тюрьма. Верните груз в лабораторию. Вперед! Это Мэри Джейн Уотсон. Оставьте подробное сообщение, я с вами свяжусь, как смогу. Привет. Я, дай знать, когда захочешь поговорить. А СМСки — это не разговор? Не-не-не-не, не в том смысле кончено! Скажи нет, скажи нет. Ха, ладно, ладно. И не ладно. Что тут обдумывать? О, да ты что? Отправился за решетку. Дыхание дьявола у Соболя. Что ты чувствуешь? Что я чувствую? Как у тебя со временем? Плохо. Что для тебя подвиги, для меня бюрократия. Но я хочу сказать, молодец. Спасибо, Юрий. Я хотел это услышать. Занимаясь Ли, я оставил город без присмотра. Пора снова стать дружелюбным соседом-паучком. Бутоньерка с выпускного. Сломалась в драке с Фиском. Символ моей удачливости в отношениях.
Еще камера. Очень похожа на кошкину вещь. О, бедный паук. Я знаю, что ты разочарован моим поведением. Но никому же не нравятся идеалы. Понял. Тут продают дорогие вина. Она развивается. Попробую опередить ее.